привыкли, говорить красиво слово. Мы просто режем кромку облаков, пронзаем небо синего просторы, и не в чести у нас пустые разговоры. Мы возим бомбы вместо стюардессы, исключены у нас любовные эксцессы. Ревновать меня, как видно, нет причин. У нас серьезная работа для мужчин, и только небо голубого, чистая река, как твои глаза тают подо мной, большие облака, белые, словно паруса. Ночное небо, слились две ракеты, мы торопливо гасим сигареты, забыли повседневные заботы. По самолетам начинаются полеты, только когда шасси коснутся полосы, а позади такие трудные часы, оставили полгода за спиной, и перетащит ноги сапоги домой, и только небо голубого, чистая река, как твои глаза тают подо мной, большие облака, белые, словно паруса. Ну а тогда все полетит к чертям, и выполнить свой долг придется нам. Посмотрим, кто есть кто, чего кто стоит. Ну а потом земля нас успокоит, и только небо голубого, чистая река, как твои глаза тают подо мной, большие облака, белые, словно паруса. Познать нам суждено. Любовь и смерть, добро и зло, а выбрать нам дано одно. Смерть идет за нами следом, но спасает Бог нас каждый раз. Именем Христа нас ведет звезда краешком земли к любви. Надо об
обрывом дней гоним мы своих коней и летим к любви в крови. Любовь и смерть, добро и зло, что свято, что грешно, познать нам суждено. Любовь и смерть, добро и зло, а выбрать нам дано одно. Первый,
туда сюда полетел. Ну понятно, все равно. Смещение. На 12 часов. Ну хорошо, я своим скажу, чтобы они информировали, значит, о плане работы команды пункт. 905-му 10-100 разрешил. Разрешил. Да при чем здесь молча летать? Я ни перед кем не ставил секрет. Саша, вот ты говори ему, что 13. Это моя среда, пятница, какая разница? Что пусть отчего в тройнику. Пару слов для прессы. Как прошел полет? Ты игру в шахматы зашними. Я зайду. Будни авиации. Сейчас комиссия мыться. Ветер левый борт 30 градусов, 4 метра.
по подсчету. Скорость,
14, 460, прыгающий, чуть-чуть,
Sleep tonight, I may not ever. The sins of the past have come, see how they sit down together. Outside my window, outside my door, and I know the reason what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of.
висками развивается. Время молодости нашей, авиация. Время честности и чести и содружества, голубого обжигающего мужества. И не зря земля считает цветом наций тех, кто был, кто есть, кто будет в авиации. Гвардейский всегда был впереди. И в мирное время с честью выполнил интернациональный долг в небе Афганистана, совершив десятки боевых вылетов. Господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята,
растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Всегда. Когда было нужно, гвардейцы никогда не подводили. А потом они стали никому не нужны. И Родина их просто бросила. Не нужны больше воздушные асы, которые с честью пронесли вековые традиции дедов и отцов. А самолеты, попрощавшись с родным бетоном, уходят. Уходят, чтобы больше сюда никогда не вернуться. Thank you.
Последняя гордая птица мчится ввысь, даже не подозревая, что это ее последний полет. We'll be right back.
Конечно. Ты куда собрался? В баню, что ли? Лето, лето идет. Если что-то в меня вошло, то вошло, чтобы с кровью смешаться. Мне особенно тяжело почему-то в день авиации. Я б не верил в чертей, в святых, если б даже такие были. Я сегодня верю в цветы на могиле, где памятник крылья. Вот и кончилась настоящая мужская работа. Попрощались ребята с самолетами, вернуться домой, и 203-го гвардейского Орловского полка больше нет. Видимо, скоро будем начинать все сначала. Но это уже, пожалуйста, без нас.